находимся на борту карьера Бурибаевского медно-колчеданного месторождения. Месторождение было уникально, изучалось великими геологами Василием Александровичем Прокиным, Анатолием Ивановичем Кривцовым. Были получены интересные результаты по зональности этого месторождения. Но самое интересное, что для этого месторождения оно залегает в базальтах, в анинитах, а кроме меди несет еще значительное количество золота. Несло значительное количество золота. Ну, конечно, каждый карьер сейчас на Урале представляет собой озеро, карьерное озеро, хранилище будущих техногенных месторождений. Ну, прежде всего, это месторождения, связанные с хвостохранилищами, которые поступают с комбинатов. И, конечно, эта сульфидная эмульсия несет значительные концентрации различных химических элементов. Ну, в первую очередь, золото. Ну, в данном озере там высокие концентрации цинка. То есть, в будущем, конечно, комбинаты, компании обратят внимание на такие озера и будут извлекать из них, из осадков этих озер, попутные компоненты. Однако не только осадки имеют важное значение. Уже сейчас вода озер обогащена медью, и эта медь может быть извлечена, ну, при определенных концентрациях. Когда концентрации достигают десятков и сотен грамм на тонну, тогда эти озера могут быть использованы уже сейчас для извлечения, ну, в общем-то, высококачественной электролитической меди. Ну, пока таких работ, они проводились на Длявинском месторождении, пока таких работ по Уралу не проводится. Вот, и надеемся, что в будущем медь будет поступать не только из медов земли, но и вот из отходов производства, когда, соответственно, экономика к этому подойдет, я думаю, что этот процесс начнется здесь, я довольно активно. Вода, видите, зеленоватая, понятно, что эта вода содержит и железо, и медь. Поскольку толща воды здесь более сотни метров, то, конечно, такой гидроресурс меди, он будет представлять определенный интерес к будущему. Естественно, что извлекая медь из этих озер, эти предприятия будущего будут нейтрализовать и те химические элементы, которые, ну, представляют, прямо скажем, являются не очень полезными, иногда и токсичными для природы. И это прежде всего мышьяк, кадмий, таллий. Ведь все эти компоненты присутствуют в спирите, который залегает на дне этих озер. И если его немного, так сказать, пошевелить, растревожить, то все химические ядовитые элементы, они будут поступать в поверхностные воды. И, конечно, ничего хорошего это не приведет. Однако технологии будущего, я уверен, будут извлекать аккуратно и сульфидные илы со дна этих озер, и воду использовать, и, соответственно, нейтрализовать токсичные элементы, которые тоже являются полезными ископаемыми. В принципе, их тоже будут извлекать, и они уже из токсичных, бесполезных элементов, даже вредных элементов, превратятся в полезные. Вокруг карьеров колчеданных месторождений и вот этого замечательного Бурибаевского месторождения существуют отвалы. Обратите внимание, что на отвалах лежат фрагменты колчеданных руд. Это очень бедные руды, бедные по тем временам. В настоящее время в этих рудах мы можем найти включение халькопирита, сфалерита. Они богаты золотом, телуром и другими полезными, селеном, другими полезными компонентами. Существуют в настоящее время технологии отработки этих отвалов 60-х, 50-х годов отвала, которые позволяют извлекать избирательно вот эти фрагменты руд и вновь запускать их в производство. Ну, в будущем вот этих отвалы просто исчезнут. Здесь будет огромная местность, культивированная, парки будут. Эта технология сейчас отрабатывается, в частности, на полиметаллических месторождениях Казахстана. Эта технология имеется на Учелинском комбинате, где они приобрели замечательный прибор для отбраковки породы и руд. И я думаю, что на многих колчеданных месторождениях Урала, в том числе и вот на этом древнейшем месторождении, которое
в общем-то, ну, внимание к которому утрачено, и все по ним, про него забыли. Здесь будут отрабатываться вновь руды, и отвал будет представлять собой особый тип техногенного месторождения. То есть есть илы, есть воды, а вот это вот новое техногенное месторождение, рудные отвалы с приличными содержаниями по нынешним, по современной экономической ситуации. Вообще эти отвалы очень интересны тем, что в свое время я здесь, когда работал еще под руководством Василия Александровича Прокина, я нашел здесь палеовестиметиферы. Это вот была единственная находка. Я нашел сульфидные турбидиты и яшмы с многочисленной фауной. И, в общем-то, месторождение, конечно, в этом смысле, вероятно, являлось очень интересным и уникальным. И для даже вот ученых посетить эти отвалы, разбить образцы, тоже представляет большой интерес в настоящем.